Потому что я в основном с мальчиками дружила. Что мальчики делали, то и я делала. Вот это мое было детство. Где написано, что отец еврей, Левин Борис Абрамович, и мать белорусская, Горбачева Марфа Федоровна. Вот у меня что есть от еврейства. Вообще знаменитая местность. Но я думала, что уедет. И вот сейчас я очень мало слышу еврейской музыки. Но когда я слышу, я плачу. Я не знаю почему. Только изменилось с тех пор, как стали вот привозить посылки. Вот это. Материальная сторона. А бытовая, вот как жила я там, здесь. Ну, я привыкла. Мне уже осталось мало. Я хочу выразить очень огромное спасибо и большое спасибо, и еще раз спасибо, спасибо всем, кто нам помогает, кто нас спасает, даже, можно сказать, от голодной смерти. Я это говорю от чистого сердца.